Аэропорт Лоутауна, запрашиваю посадку. Аэропорт Лоутауна, запрашиваю посадку. Да что они там, уснули все, что ли? Аэропорт Лоутауна, запрашиваю посадку. А, это кто? Стоп, 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 стоп! Фу, еле остановился, еще чуть-чуть и... Супер Биби, что с тобой? Супер Биби! Супер Биби, ты в порядке? Эй, Супер Биби, очнись! Супер Биби! Ой, что-то так спать хочется. А, что это? Наушники, наушники! Только снял наушники, сразу дико в сон поклонила. Значит, Супер Биби спит. Что здесь произошло в Лоутауне? А это что такое? Этого шара здесь не было. Странно. В аэропорту никого. Супер Биби без сознания. Нужно срочно добраться до полицейского участка. Полицейский, полицейский! Он тоже спит. Да что здесь случилось-то? Извините, товарищ полицейский, но вам нужно немножко подвинуться. Так, последнее сообщение. Подделки Лоу захватили город. Включили антенну с ультразвуком, которая усыпляет. А, теперь ясно, почему я, только сняв наушники, почти уснул. Так, больше я их не снимаю. Ну что делать-то, я не знаю. Наверное, сначала я должен найти этих подделок. А что, если они сделают что-нибудь со мной? Я единственный, кто не спит в этом городе. Вы посмотрите, все жители. Они все спят. Девочки, девочки, правда здорово мы тут сделали все? Конечно, здорово. Весь город теперь наш. Я всегда мечтала побыть в доме у какого-то супергероя. И вот мы в доме Леди Баг и Суперкота. Я сижу на ее фирменном кресле. А я вообще могу посмотреть сообщение ее компьютера. Она с детьми, пусть отдыхает пока. Может, здесь кто уцелел? Нет, бедные дети. Они даже не успели закончить школу, как уснули. Так, какое число? Это произошло 3 дня назад. Какой ужас. Я надеюсь, есть еще какая-то возможность как-то разбудить их. 3 дня назад вы должны были уйти на каникулы, а сейчас... Я даже не хочу идти в детский сад. Смотреть на этих бедных малышей. Я ничего не могу с этим сделать. Но и улететь я тоже не могу, и оставить это так. Где же прячутся эти подделки? О, больница. Венсдей привела малышку на прием. Но так и не успели. Доктор не успел оказать им помощь, потому что она тоже спит. Бедный малыш. У него, наверное, зуб болел. А потом он уснул. Гай, Гай, извини, что так поздно приехал. Я надеюсь, еще не поздно. Малыши, цветочек. Так, ну все, я точно найду этих подделок. Я не знаю, что я с ними сделаю. Леди Блак и ее ребятишки. Слушайте, девочки, я что-то проголодалась. Может, пиццу закажем? Смешная какая, кто нам ее печь-то будет? Там спят все. Ой, ну вот, и минусы есть. Так бы кто-нибудь прибежал и пиццу нам принес. А так что, сами в пиццерию идти печь, что ли? Не, мне лень. Может, тогда в магазин сходим? Может, тогда в магазин сходим? О, они здесь! Они здесь, в доме Леди Баг! А ну, сдавайтесь быстро! А-а-а! Почему-то... Почему он не спит? Фу, напугал! Он наушники надел! И наша частота звуковая на него не действует! Ну-ка, подруга, сдерни с него наушники, пусть спит! Ага, сейчас! А ну, отошли от меня! Отошли быстро! Девочки, не бойтесь, подходите к нему, подходите, что ты нам сделаешь? Настрой, а ты один. Сейчас уснешь быстренько, как миленький. Это точно. Стой, куда побежал? Да ладно, пусть бежит, что он один-то сделает? А вдруг он догадается и сломает нашу антенну, и тогда все проснутся, и что нам будет, даже боюсь представить. Мы должны его догнать и обезвредить. Ой, точно, девочки, кто знает, что у него там в голове? Бежим скорее за ним. Ага, значит, я должен уничтожить эту антенну. Хоть как, всеми силами, любыми способами. Леди Баг, я не подведу. И как ее сломать? Такое ощущение, что она бронированная. Ну что, съел? Конечно, бронированная, мы все продумали. Ее не так-то просто сломать, особенно тебе. Селенок, не хватит. Наушники снимай. О, оно отошло. Я сейчас их заберу тогда. Не трогай меня, я сказал. На! А, эти что, в детстве не рассказывали, что девочек обижать нельзя? Девочек нельзя, а преступниц можно. На, получай. Ух, я тебе сейчас. Девочки, окружай. Да легко.
Сейчас закрой самолете, и никак они меня отсюда не достанут. А сам пока буду думать, что мне сделать, чтобы сломать эту антенну. Нужна гигантское силище. Пойдемте, девочки. Он закрылся в самолете. Я думаю, он оттуда никогда больше не вылезет. И вообще, улетит отсюда. Он понял, что бесполезно что-то против нас делать. Ну да, пойдемте в супермаркет, как хотели. Все планы только нам сбил. Не говори, я пока бегала, еще больше проголодалась. Думай. Подождите-ка, гигантская сила! У меня же самолет! Я думаю, он сможет сломать эту антенну и разрушить ее навсегда. Так, задний ход. Давай! Ломай ее! Ага, получилось! Теперь главное, чтобы эти не пришли, я успел ее отключить. Еще лучше сломать эту кнопку, чтобы она вообще никогда больше не включилась. О, вроде погасла. Так, давайте проверим. Нет, все отлично. Совсем не хочется уснуть. Супер Биби! Ой, привет. Такое ощущение, как будто я на улице уснула, представляешь? Ты что, ничего не помнишь? Так и было. Поделки захватили Лолтаун, поставили свою антенну, которая делала специальный усыпляющий звук. Я прилетел, извини, только через 3 дня. Так что 3 дня весь город Лоутаун спал. Но мне удалось ее отключить. Так, подожди. Точно, я начинаю вспоминать. Какой ужас. 3 дня в Лоутауне. Все жили во сне. Так, срочно в полицию. Надо поймать этих подделок, пока они еще чего не натворили. Да, давай, я тогда останусь здесь у антенны, чтобы они ее мало ли не починили. Ага, отлично, так и поступим. Девочки, так здорово, все спят, и я могу бесконечно играть в этом автомате. Ты, конечно, ключ-то от него у нас. Деньги запихиваешь и специального шкафчика обратно достаешь, и опять. Так, хватит, мы вроде за продуктами пришли. Да ладно тебе, дай поиграть-то. Ой. Девочки, а вы что на полу-то лежите? Такое ощущение, что я спала. Это что такое? Почему они проснулись? А ну-ка спать! Что-то случилось с нашей антенной. Девочки, бежим. Нужно срочно проверять. Они все просыпаются. Ага, минут через 5 они вспомнят, что это было. И все, конец нам тогда. Какая я голодная, как будто 3 дня не ела. Круассан. Воды, а мне бы воды, как будто 3 дня не пил. Ничего не понимаю. Последнее сообщение датировано 3 дня назад. Что происходило все 3 дня? Полицейские, срочно. Подделки где-то на улице. Они, мне кажется, сейчас побегут к своей антенне. Пилот умудрился ее сломать. Сказал, что она больше никогда не включится и не будет излучать этот звук, от которого мы все спали. Срочно выдвигаемся туда. Нужна ему помощь наша. Чего? Ладно, Супер Биби, все, бежим. А, подделки, точно, я начинаю вспоминать. Девочки, не включается. Никак не включается. Давайте вместе пробовать что-то делать. Да никак, по-моему, сломана навсегда. Ну что, девочки, попались? Нет, мы попробуем, мы сейчас ее починим. Да не почините. Ага, попались, а ну-ка вылезайте. А чего мы? Мы ничего не делали. Серьезно? А захват города? А установка непонятного оборудования, от которого все спят, а? Это не мы, это здесь стояло. Ага, слушайте их больше, давайте забирайте их в участок. Фух, а я пойду, как и хотел, Гая навещу. Давай, ты свободен, спасибо тебе большое. Если б не ты, не знаю, сколько бы мы все тут спали. Ух, подделки. Никак дружно невозможно с вами. Мы никуда не пойдем, это не мы, да, девочки? Сейчас, ребят, я всех вас накормлю. Все такие голодные. Привет, Гай. Не мудрено, что голодные. 3 дня все не ели, во сне были. Подделки, лол, захватили город. Но сегодня мы всех спасли. Поэтому накладывай всем по 2, лучше по 3 порции. Что ты такое говоришь? Да, а ну-ка расскажи, мы не в курсе. 3 дня спали? Ну все, теперь ни одного тихого часа за неделю, поняли? Точно, мы свою норму перевыполнили. Договаривайтесь с воспитателями. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Тринелка и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока, я надеюсь, эти подделки уже в участке и дают показания. Это все ты виновата. Захватим Лолтаун. А чего я-то? Вы вообще-то были все согласны. Выпустите нас! Ага, сейчас. Тишина, давайте потише там. Работать мешаете.